Привет, друзья! Меня зовут Лала, и вы у меня на канале. Сегодня будем готовить очень вкусный и красивый салат винегрет по моему рецепту. Чтобы приготовить винегрет, первым делом надо сварить фасоль. Я ее переберу, помою. Здесь у меня 300 граммов фасоли. Поставлю вариться. В отдельной кастрюле буду варить картофель, свеклу и морковь. Поэтапно буду показывать. Оставайтесь со мной. Я уже поставила вариться на газ и овощи, и фасоль. Так как я фасоль не смачивала с вечера, от меня вам небольшой совет. Если хотите, чтобы фасоль быстро сварилась, каждые 15 минут доливайте холодной водой. Небольшим стаканом, скажем. Будет кипеть 15 минут, доливайте. Потом через 15 минут еще доливайте. Оно и быстро сварится, и будет очень вкусной. А здесь у меня овощи варятся. Все продукты сварятся, остынут. Я уже подготовила все продукты, почистила. Но первым делом мы начинаем с лука. Лук будем мелко резать и мариновать. Я хочу показать, как мелко я нарезала лук, вот такие, на мелкие кубики. Все, порежу и покажу. После того, как порезала лук, я добавляю в равных пропорциях. У меня здесь виноградный уксус 6% и воду, чтобы все закрыло. Чайную ложку сахара и пол чайной ложки соли. Перемешиваем. И ставим в сторонку, пусть маринуется. А тем временем нарезаем остальные продукты. Первым делом нарезаю картофель. Не крупно и не очень мелко. Вот, например, покажу на одном. Пример. Вот на такие кубики. Не мелко и не крупно. Нарезаем морковь такими же кубиками, как картофель. Не мелко, не крупно. Вот, покажу на примере. Вот так. Примерно вот такие кубики. Ту же самую процедуру мелко режем свеклу. Делаем со свеклой. Кажется, у меня посуда маленькая. Я переложу немножко в большую посуду. И ту же самую процедуру делаем с огурцами. Нарезаем и перекладываем в посуду. Нарезала огурцы, добавляю фасоль, добавляем лук, который я уже переложила в сито, она вся влага ушла, осталась розовой такой красивой, и нарезаем. Нарезаю мелко петрушки. Вот такой у меня хороший пучок собственного огорода. Не знаю, я уже говорила, нет. Я живу в селе. Многие продукты с огорода. Собственное производство.
Хорошо, когда не все покупается, да? Можно спуститься, сорвать и что-нибудь приготовить. Добавляем черный перец. Здесь у меня почти чайная ложка. Добавляем соль, но очень мало, потому что почти все продукты варились с солью вместе. Добавляем подсолнечное масло, 4-5 ложек. Хватит 5 ложек. И хорошенько перемешиваем. Я попробовала, здесь немножко не хватает соли. Добавляю немножко тоже соли и хорошенько опять перемешиваю. В итоге хочу показать, какой красивый и очень вкусный салат у меня получился. Особую пикантность придает маринованный лук. Попробуйте и вы. Напишите в комментариях, как вы готовите, понравился ли вам рецепт. И всем пока-пока!